У нас железо, у нас железная кирка. Да чтоб тебя, зомбарь пришел с этой стороны. Ладно, пойдемте обойдем. Иди за колышками. Да что ты будешь делать? Это офисный зомбарь сюда прибежал. Мне железо надо добыть. Иди колышки вон с дружищем своим. Это. Да что, отвянет меня. Че он такой какой-то слепошарый? Вот же колышки. Давай, занимайся. А мы тем временем долбим железки. Давай сразу сидим. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Вкусняшка, вкусняшка. Правда, она жажду утоляет слабенько. Вишня-то. И опять он есть захотел, а. Вот же гадя. Успеем, не успеем набрать воды и попить. Возможно, у меня в башне еще есть вода, я не помню. Я не помню, оставлял ли в башню воду. Да, ребята! Спасительное ведро, непрерывное понижение хп! Есть, мы все-таки успели, ребята. Давайте по новой наберем. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем выживать в игре Mine Survival. Вот наш забавный качок с зайчьими ушками. Ну что ж, жмякаем на кнопку «Новая игра» и погнали! Выбираем локацию «Мастер», здесь я смог прожить 7 дней, и давайте возьмем с собой ракет. А почему нельзя взять их больше, а? Ладно, сохраненные данные будут удалены. Да, я еще не помер, на той локации 7 дней прожил. Но это уже, ребята, было все бесполезно, мою инфраструктуру все размочили, поэтому начинаем сначала. Ух ты, у нас рядом лужица наша! Здорово, нам не придется ее искать полдня. Сразу начинаем запасаться ресурсами. Давайте, наверное, начнем с дерева. Нам нужно, ребята, дерево. Дерево, уголь и кости. О, смотри, вот они все. Ладненько. Здорово, ребята, погнали. Собираем деревяшечки. Да, ну какой же он забавный, а? Качок по имени Гадя. Потерялась. Ладно, уголька добываем. Уголь нам, ребят, нужен для костров и для пушек. Ну, до пушек нам бы дожить вообще. Кости. А еще бы мне какое-нибудь место, где очень много ресурсов, чтобы я смог применить нашу ракету. И все эти ресурсы собрать. Возможно, даже там какая-нибудь живность будет, я не знаю. Вот смотрите, паучище здесь. Может, мы сейчас ракету бомбанем, да паучищу замочим заодно. Ну ладно, пока долбим железо. Долбится оно очень долго. Ну ладно, паучище куда-то убежал, поэтому продолжаем дровосечить. Наш же, ребята, этот мужичок дровосек. Дровосечим. Ну что ж, где ж там наша лужица-то? Лужица, где ты? Вот она. Подходим уже. Да-да-да-да-да, вот она. Давайте скрафтим костер. Давайте скрафтим сразу ловушечек. И верстак один. Здорово. Костер сразу с собой берем, верстак с собой берем, и ловушки у нас сразу уже в слоте, в нужном. И водоем сейчас будет потихоньку отогреваться. Ему нужно какое-то время определенное, чтобы отогреться, поэтому... Нам бы еще один костер куда-нибудь с другой стороны поставить. Ну ладно, пока что мы воткнули верстак и окружили его колышками. Так. Смотри, сколько костей здесь, а. Обычно их фиг найдешь. Я тут когда тренировался в этой игре, несколько раз я заходил по карте, лазил и не нашел ни одного водоема, ребят, представляете? А тут мочнулись, и он сразу вот он. Причем не такой маленький, какие здесь встречаются обычно, а такой вполне себе нормальный водоемчик. Железячка, я не знаю, зачем она нам, но в хозяйстве пригодится. Что еще тут поблизости? Дерева. Дерева косим. Елочки под самый корешок. И еще немного елочек. О, свинья где-то хрюкает. Где-то хрюкает свинота. Ох, с голода будет. Тут, ребята, надо за всеми показателями следить. Еще наш качок здесь мерзнет периодически. Вот у нас свинота это. Ну-ка, свинота, иди ко мне. Мяско мне-ка, дай-ка. У нас есть колышки, ребят. Давайте, наверное, воткнем колышки. Сейчас мы свиноту эти ударим. И она побежит на колышки напороться. Да, она там потом убьется. И мы с этого получим мяско. Здорово. Ну что ж. Что ж. Можем еще 4 колышка сделать. Давайте, наверное, окружим костер колышками, потому что наш качок мерзнет, и нам нужно греться. О, смотрите, вода разморозилась. Здорово. Давайте еще вот здесь колышков воткнем от наших зомбарей.
А еще я заметил такую штуку, что в первую ночь на нас нападает всего два зомби. То есть, если эти два зомби будут жить всю ночь, за нами будут бегать, допустим, новые зомби так и не появляются. То есть, они по два всего приходят. Так, ладно, один помер у нас, второй сейчас тоже помрет. Давайте согреемся. Че, я не понимаю, где мне, на каком расстоянии нужно стоять? Или сбоку от костра, или прям на самом костре? Вот сбоку от костра мы стоим, вроде как у нас шоколад-то пополнялась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте хоть подобываем каких-то ресурсов. Зомби, смотрите, оба, вот они. Поэтому, как бы, ну... Больше за нами никто гнаться не будет, если только из кустов откуда-нибудь не вынырнет новый зомбарь взамен помершего. Ладно, давайте железячку сейчас раздолбим. Здорово, здорово, здорово. Ну что, что? О, елочка. Где наш топор? Топорик, давай. Ну что ж, где деревья кинуть, а? Что-то нет нигде. О, размочили кошку уже. Ну ладно, до утра еще полночи. Ё-моё, опять зомбарь идёт. Травишку давайте скосим. Да что ж такое-то, отстань от меня, идем колышки занимайся. Еще один зомбарь побежал за колышками. А мы идем искать дровишки, дровишки, вы где? Елочки, ой, нет, камни, железо. Давайте железо мочканем. Камень-то нам не особо и нужен. Первую ночь, ребят, проведем с пользой. Тут у нас трава опять. Ну давайте ее скосим, для туалета нам пригодится. Что еще? Где еще? Фух, наступило утро, наконец-то. Вот он, уголь, ребята, я уголь все искал. Мне ж нужен уголь для второго костра, чтобы с другой стороны озера поставить его. Костерочек. Кстати, ребят, я заметил еще такую штуку, что когда у нас прям сильный снегопад, как вот сейчас, снежинки здоровенные, у нас наша лужа начинает постепенно замерзать. То есть она может замерзнуть на ночь там или на день. И ей требуется какое-то время для того, чтобы разморозиться, поэтому всегда нужно будет, ребят, с собой иметь запас воды. Иначе самый неподходящий момент, когда нам срочно хочется пить, водоем будет замерзший, и нам воду взять будет негде. О, свинота-то там, я колышки же ставил, что-то она не замочилась. Это не та свинота. Смотрите, давайте ее долбанем. Давай, умри уже. Свинота. Ну что за дела-то, а? Мы скоро есть захотим, давайте вот лишнюю съедим. Какая же ты живучая-то, а? Дикая свинья. А еще, ребята, я здесь заметил, есть волки. Причем волки бывают разных размеров. Есть средненькие, такие маленькие, точнее, волки. Есть большие волки. Из больших волков мы получаем 2 куска мяса. А с маленького волка 1 кусок мяса. Вот в чем прикол, ребята. Ну что ж, давайте еще волчку одну сделаем. Воткнем сюда взамен утраченной свинота, ее размочил. Нам бы гаечный ключик. Гаечный ключик, их нету. Давайте фабрику сделаем тогда. Фабрика нам нужна для построения стен. Куда? Нам бы колышки убрать. Давайте сначала колышки уберем вот отсюда. И сюда воткнем фабрику. Колышки поставим рядом. Давай, фабрика, стройся. Есть, здорово, ребята. Давай, втыкай колышки, гадя. Давай теперь выйдем, ребят. И перезайдем. Чтобы у нас появились новые ресурсы. Ну, смотри, какой он забавный качок этот, а. О, паучище сразу появился. Ну давай, мяско лишнее мне не будет. Смотрите, вот лужа замерзла у нас. Лужа замерзла после снегопада. О чем я, собственно, и говорил. Давай черепушку тут раздолбим. Так, давай. 3 косточки с черепушки. Здорово. Давай теперь этот куст с вишней. Дерева мало, зато вишня, как бы, ну, она, в принципе, особо-то у нас не питает. Нашему качку, чтобы окончательно наесться, ему нужно 5 кусков мяса. Он очень у нас прожорливый. В него очень много влазит. Деревяшечки. Маленькая елочка, оживи пока, расти. Так, здорово, елочка, иди ко мне.
Ну что? Нам бы поисследовать, что вокруг нас, вокруг базы появились какие ресурсы. Так, еще елочка. Ну что ж, дерево, в принципе, нам уже более-менее нормально. Нам нужен уголек. Уголек. Возможно, и мы сейчас на фабрике создадим пушку, поставим. Я голоден! Да погоди, чувак! Ну что ж, давайте вишню пока вот сюда засунем. И что я хотел еще? Костер хотел скрафтить. Да, с обратной стороны поставить. Я же его в прошлый раз поставил вон там под базой, под нашей, чтобы греться нашему качку. Теперь давайте второй костерок. Возможно, озеро так быстрее будет размораживаться, я не знаю. Так, ладненько. Ладненько, мяско у нас здесь. Сюда мы дотянемся до костра. Да, ребят, дотянулись, здорово. Ну что, а сейчас мы, собственно, поедим немного. И вишенку давай. Я хочу пить. Чувак, ты не вовремя хочешь пить. У нас даже башня твоей водочтительной нет. Так, зомбарики. Ну что, все колышки у нас целели? Давайте, ну, разведем. Создадим. Не втыкаются у нас там колышки, у нас там дрова. И чё ж я хотел? Мне нужна, ребят, кирка. Давайте, вот деревянную можем скрафтить. Давай, каменная. Давай, железная. Эх, колышки у нас разломали. Давайте, наверное, траву отсюда уберем все-таки. Траву убрали. И колышки на ее место втыкаем. Здесь у нас еще колышек еле живой, ребята. Нам бы гаечный ключик, но у нас нет серебра. Так, ладно, давай, втыкаем колышки где попало. Пока что где попало втыкаем. Что мы можем? Водочистительная. Нужно 4 дерева, 4 угля и 4 железа. Нам железа не хватает, угля у нас нет вообще, дерево у нас только есть. Ух ты, ну ладно, пошлите добывать железо. Вот у нас железная кирка. Да чтоб тебя, зомбарь пришел с этой стороны. Ну ладно, пойдемте обойдем. Иди за колышками. Да что ты будешь делать-то, офисный зомбарь сюда прибежал. Мне железо надо добыть. Иди колышки вон с дружищем своим, это... Да что, отвянет меня! Чё он такой какой-то слепошарый? Вот же колышки. Давай, занимайся. А мы тем временем долбим железки. Давай добывать больше ресурсов. Да, конечно, давай. Только вот я не успеваю все это дело делать. Сейчас я, ребята, скоро сдохну от жажды. Потому что, ну, я не успеваю построить водоочистительную башню. Помимо этого, мне еще нужны ведра. Для того, чтобы воду-то набрать. У меня железа нету. Ё-моё, все, ребят, мне хана. Даже пытаться не стоит что-то строить, мы сейчас просто кони двинем, и я потом воскресну. И вот постоянно, ребят, на этой локации не получается у меня за всем уследить. Я либо от недостатка еды помираю, либо от жажды помираю, либо еще чего-нибудь, либо от холода, либо меня просто задирают зомби или животины какие-нибудь злобные. Ну что ж, давайте попробуем, конечно, но вряд ли, все уже, непрерывное понижение хп. Вот мы башню можем. О, и одно ведерко даже можем. Ну давайте быстрее, давай, чувак. Он еще так медленно ходит у нас, что просто пипец. Давай, втыкаем. 112 хп, 91. Ё-моё, ведро хватай. Есть, давай, наливаем же. Быстрее, сейчас пока она чистится, ребят. Мы сдохнем, да. Ну, я почти успела, ребята. Да, мы можем два раза воскреснуть за видео. Ура, воскрес. Поторопитесь и исцелите себя. Да, у нас хп не полное, ребят, 213 единиц вместо 305. Ну ладно, нам... я не понял, а где ведро мое? Оно с другой стороны почему-то оказалось, и ракета здесь же валяется. Надо нам ракеты как-то применить куда-нибудь, а то... Чё, я с ними хожу, у меня ресурсов толком нету. Зато есть две ракеты. Водичка. Давайте выйдем еще, ребят, чтобы ресурсы вокруг нас появились. Да мы, возможно, их бомбанем. Бомбанем ресурсы себе. Рекомендуется употреблять жареное мясо. Не умничай, черная икра. Ну что ж, тут песок образовался. Нафиг нам песок. О, смотрите, серебро. Серебро, железо, камни. Ну, давайте долбиться. Может, мы бомбанем все-таки? Давайте, наверное, сюда серебро мы бомбанем. Да, дерево немного. Камней, уголь. Смотрите, на каком радиусе у нас... Много всяких полезностей образовалось. Вместо того, чтобы киркой не колупаться, все это дело не ковырять, мы вот смотрите, что сотворили.
Единственное, что дерево что-то маловато как-то. А, вон еще у нас внизу деревца. Здорово, 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 здорово. Ну что ж, мы собрали определенное количество ресурсов. Что нам нужно было? А, уголь-то мне нужен был для создания вот этой водоочистительной башни. Что мы теперь можем сделать? Пушечку. Давай. Давай, пушечку сделали и немного забора. Всего 2 штуки. Ну ладно. Это только начало, ребята. Идет 3-й день. Уже подходит к концу. Зато мы уже создали пушку. И начинаем потихоньку отгораживаться от окружающего мира. Костяшки давайте еще. Костяшечки. Так. О, а что я колышков не могу? Дерева нету. Я дерево потратил, ребят, да, на пушку и на эту штуковину. Смотрите, там наверху у нас белка. Белка. До этого у нас белок не было, ребят, на других локациях, а здесь появилась. Дерево, дерево. Куда бы еще бомбануть-то, а? Последняя ракета осталась. Не знаю даже. Где ресурсов побольше бы такое скопление найти. Ладно, мы можем сделать 5 колышков. Здорово. Мне нужно быть осторожным. Быстрее валим на базу. Давай, дядька. У нас, ребята... С какого? С 5-го на 6-й день, по-моему, на нас нападают зомби-качки. Причем они нападают как бы в одну ночь. И потом следующие несколько ночей их нету. Давайте огородим нашу водоочистительную башню. Ну все, вроде более-менее пушка у нас стреляет. Давайте начнем огораживать стену, наверное, с другой стороны. Потихоньку, полегоньку. Здесь размочили все-таки гады. Что ж, у нас колышков нету. И сделать мы их не можем. Печально. Ладно, ключик давайте возьмем. О, смотрите, серебряная кирка. О, серебряный топор. Золота у нас нет. Зомбарь пушку мочит. Стоять! Стоять, не мочи пушку! Останавливаем все, что тут мочит у нас. Ну-ка, зомбарь, успокойся! Успокойся, говорю, смотрите, он мочит, я чиню. Что еще? Колышки у нас тут вот немножко размоченные. Стену восстанавливаем, пока там офисные зомбари что-то пытаются, ребят, размочить. Ну что ж, вроде все пока что нормально идет. Нормально все идет. Все-таки колышки размочили возле стены. И здесь тоже, смотрите, нету. Ну-ка, один мы можем сделать. Ладно. Все здорово, ребятки. Пушка у нас делает свое дело. Только вот почему-то она в ту сторону не стреляет. Эй, смотри, там зомбарь же мочит. Мочит же, ребята, зомбарь-то колышки. Пушка, очнись. Видимо, ребят, она у нас деревянная, поэтому расстояние как-то не очень. У нас есть вишенка. Давайте поедим пока. Надо бы мяско. Типа мяско мне добыть. Фух, наступило утро. Эх, пережили, ребят, еще одну ночь. Так. О, ребят, смотри, железо. Волчара. Давайте, наверное, вот здесь вот бомбанем сейчас. Это маленький волчара был, поэтому одно мясо мы с него получили. Ну ладно, тоже неплохо, в принципе. Ходим теперь, собираем ресурсы. Почему-то, ребята, вот кости, они при применении ракеты, они у нас почему-то не взрываются. Они у нас невзрываемые кости. Мы еще не все собрали. Здесь у нас уголек, внизу еще у нас песок, но как бы мне он особо не нужен, поэтому не будем его собирать. Я есть хочу. Давайте зажарим мясца. Чуток. Ням-ням-ням. Ням-ням. Ну, это ни о чем. Давайте опять выходим, ребята, перезайдем. Если, ребят, слишком часто перезаходить, то тогда будет просить у вас или один кристаллик потратить, или посмотреть рекламу. Если в течение одного дня вы перезаходите несколько раз, для того, чтобы ресурсы появились рядом с базой. Пошлите ломать дальше наши дерева. Ракету мы последнюю потратили. Белочка. Белочка орехи грызет.
Или что ты пальцем усолишь? Белочка, что ты делаешь там? Может, она танцует, ребят? Непонятно. Я до нее потом как-нибудь доберусь. Пока что давайте мы занимаемся древорубством. Белочка, теперь иди ко мне. Давай, да Белочка, да куда ты? Эй, вот же резвая белка у нас. Вообще ускакала куда-то в далекие дали. Ну ладно, мы все-таки добываем, ребят, дерева. Пока что нам некогда. Очень много подобываем, потом, возможно... О, может, свиноту замочим? Свинота, привет! Да вот она же мощная какая! Есть, ребят, зарубили. Зарубили свиноту, забрали немного мяска. Что белка, что свинота. Единственное, белка бегает. Я голоден, да ты достал меня, чувак. Я мясо тебе раздобыл уже немного. Сейчас мы так вот золото подобываем. И я пойду тебя покормлю. Еще уголька и костей. Так. Здорово. Все, опять он. О, смотри, вторая лужа и такая же большая. То есть они примерно на, как сказать-то, на определенном расстоянии друг от друга находятся. То есть от этой лужи мы сейчас направо пойдем и придем к нашей луже. Здорово, ребят, смотри, такая же здоровенная. Вот это да. А я говорю, несколько раз заходил на локацию, как бы, и вообще ни одного водоема не находил. То есть я просто подыхал и все. От жажды. Вот дела. А тут они, смотрите, два и рядом, и здоровых. Давай еще уголечка. Деревов немного. Давай, все, пошлите на базу. Еще вот железо, смотрите, попутно нам попадается. Ну где база-то наша? Надо хоть палатку что ли сделать. А, во. А, не, вон, наверху. Наверху, ребят. Ну, говорю, ребят, примерно на одной линии у нас находятся водоемы. Ну что ж, наступила ночь. Что мы, нам нужно покушать срочно, давай, чувак. Есть, ребята, теперь давай позже и кипить захотели. Что ж такое-то? Что ж такое-то, попить, попить. Давайте пушек сделаем. Смотрите, сколько пушек можно сделать, но они без башни вот этой не будут работать. Поэтому давайте еще стен создадим немного. И втыкаем... Ой, пушку размочили все-таки одну, да? Ладно, пушечка раз. Давай сюда же воткнем, где у нас была до этого. Пушечка два. Давайте, работайте, работайте, отрабатывайте. А нам нужно пока что сходить попить. Эх, нет, ребят, смотрите, мощь верстак. Вот же офисный, офисный зомбарь. Так, давайте колышко сделаем. И стены давайте тоже сюда воткнем. Пойдемте пока что построим стену. Верстак, я надеюсь. Эх, нет, ребят, наверное, верстак у нас не переживет ночь. Да, как бы ничего страшного. Он много ресурсов не требует для себя. Так, давай сюда воткнем. Потихоньку, полегоньку строимся. Сейчас нам нужно все это дело огородить колышками. У нас 7 штучек есть. Стены у нас закончились, давайте пока восстановим. Эх, ребята, верстак наш размочили. Я немного, совсем чуть-чуть прям не успел. Не пережил эту ночь. Ладно, восстанавливаем вот эти колышки, которые возле водоочистительной башни. И сюда колышки давайте воткнем. Ой, зомбарь здесь прилетел. Зомбарь прилетел, ну ладно. Давай, занимайся, зомбарь, своими делами. Втыкаем сюда колышки, где у нас раньше были возле верстака. И что теперь, ребята? Нам нужно, наш чувак есть захотел. У нас еды нет вообще, то есть как бы мне бессмысленно что-то делать, мы сейчас опять помрем. Давайте тогда помрем с пользой, хоть будем добывать сейчас дерево. Дерево, фух, наступило утро. Ну и ладно, утро наступило, я сейчас кони двину. Кони двину, кони двину. Давай вишенки немного добудем. О, еда, 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 еда. Есть, ребята, успел немного, но я пить хочу. Давайте пойдем сюда, что ли? Давайте пойдем. Здесь мы, по-моему, не были еще внизу. Еще вишенки давай. Давай сразу сидим. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Вкусняшка, вкусняшка. Правда, она жажду утоляет слабенько. Вишня-то. И опять он есть захотел, а. Вот же гадя. Успеем, не успеем набрать воды и попить. Возможно, у меня в башне еще есть вода, я не помню. Я не помню, оставлял ли... башню воду. Да, ребята! Спасительное ведро, непрерывное понижение ХП! Есть мы!
Все-таки успели, ребята. Давайте по новой наберем. Фух, ё-моё. Одним ведром, конечно, неудобно. Надо бы еще ведерко скрафтить нам. Ну ладно. Пока что так, потому что у нас прям очень сильная потребность в воде. Некогда нам ведерки крафтить. Давай еще одно. Хватит пока. Теперь нам нужно, ребят, где-то добыть еды. Семечко у нас здесь. Ни разу семечку не сажал, ни на одной из локаций. Ну что ж, чё бы нам поесть, поганка несъедобная. Еда. Явись ко мне. Давайте, наверное, перезайдем. Вдруг возле нас сейчас появится какое-нибудь животное. Идет у нас, ребят, 5-й день. Гаечный ключ можно использовать для ремонта здания. Опять у нас черный экран умничает. О, получи сейчас, смотрите. Давайте, может, мы его замочим. Колышки воткнем. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, давай, паучочек. Есть, ребята, сейчас он нам даст немножко мяска. И мы, собственно, пойдем. Вот, смотрите, заяц тоже там, он бежит. Давайте, что ли, мы зайца зарубим. Успеем, не успеем. О, он что-то на меня побежал зачем-то. Я не знаю, может, он напасть хотел. Хищный злобный заяц, ребята. Ну что, 2 мяса мы добыли, этого вполне себе должно хватить хотя бы процентов на 40, утолить мой голод. Зажарим. Раз, два, все, ребят, зажарился. Ням-ням-ням-ням, еще туалет нам нужно, потому что скоро наш чувачок захочет туалет. Верстак у нас размочили, давайте его создадим по новой. Всего 6 дерева нужно для него есть. Что еще? Давайте удочку, наверное, возьмем. Мне бы порыбачить, но как бы надо ресурсы еще добывать. Вот я не успеваю, ребят, на этой локации все делать одновременно, потому что надо и ресурсы добывать, и пропитание искать, и попить не забывать, и, короче, вообще кучу всего надо делать, ребят, и я прям... Ну что ж, мы ничего не можем, ни пушки построить, ни стены. Зато у нас есть уже башня силы, давайте ее воткнем. Эх, промазал. Давайте вот здесь башню силы воткнем, пусть она стоит на всякий случай. Можем еще потом несколько пушек воткнуть. Давайте теперь огораживать нашу стену колышками. Ну что, неприступную крепость, ребят, строим. Не знаю, сколько я протяну со всей этой конструкцией. Правда, она у меня немного недостроена. Да что ж такое-то? Недостроенная получается. Ладно, последние колышки у нас. Ну что ж, ребята, у нас наступает ночь. А на сегодня это все. Вот такие вот делишки в нашем снежном царстве. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч. Пока-пока.